Феликс. Всем привет! Сегодня с вами Татьяна на канале американской виз русской жены. Почему опять номер? Это, по-моему, моя цифра 15. Все время раз и 15. Мы сегодня с Феликсом сидим в одном местечке. Планируем прогуляться. Немножечко, да? Немножко прогуляться. Сейчас смотрели с ним билеты. Мы в аэропорту. Мы сегодня, у нас маленькое путешествие. И мы смотрим с ним билеты. А мы, я же вам рассказывала, что мы на этот... мили наматывали. И первый раз сейчас воспользовались этой услугой. На мили купили билеты. Ну и что вы думаете, сейчас сидим? А у нас там написано бизнес-класс. Феликс, я говорю, ты какие билеты купил? Он такой, не знаю, говорит, сейчас посмотрим. Читал, оказывается, у нас этот билеты бизнес-класса, потому что у нас бизнесмен. Специальный мужчина. Я не могу, мне так смешно, Феликс. Все время ничего не происходит. Вот. Правда, мы пришли рано, у нас только через час, но я не знаю, за сколько надо. Здесь народ уже собирается. Мне кажется, через 30 минут старт. Сразу такое лицо. Типа я деловой, самые лучшие билеты взял. Вот. Так что мы сегодня полетим. Этот, как в мультике, давай бояться вместе. Мы сейчас с ним прикалывались. Мы сейчас, говорит, с тобой сядем, мы вдвоем дрожать. У меня, у Феликса первое место, а у меня второе. Еще руки такие. Звездная болезнь. Это. Иди отсюда. Из Чикаго нам достался только вид из окна. Прибыли в Вашингтон, DC, к президенту. Олег сказал, крепкий орешек смотрела? Я говорю, да. Вот, говорит, в этом аэропорту снимали его. А я даже знать не знала. Я говорю, ничего себе, буду знать. Говорю, да, да. Блин, в Вашингтоне, оказывается, так же, как и во Флориде, надо ждать вагончик, волшебный вагончик. Может, надо было в него? Так, мы достаточно быстро получили свой багаж, пришли, он уже едет. Прям только что подошли, и сразу наш чемодан. Феликс говорит, очень быстро.
Блин, Феликс опять уже убежал. Не с тобой видео не сделаешь, блин. Сейчас пойдем. Сейчас пойдем машину брать. Вышли машины, смотри. Да, I like it, Ford. Вот нам предлагают машины. Любую, говорит, выбирайте. Я говорю, давай самую большую. Они все огромные, Феликс. Same? Yes. This one? Ну, давай, this. Вирджиния. Феликс, а здесь 9033. 9033. Ладно, на этой машине будем. Ключи внутри, да? Дядька такой хороший, говорит, идите, любую машину выбирайте. Все, культур-мультур, ключи внутри ждут вас. Потому что мне это нравится. А как называется Ford какой это? Explorer. Expedition. Сейчас мы в экспедицию, блин, поедем. Такая огромная, классная она. Семиместная. Окей. Неплохое начало, Феликс, да? Good start. You like it? Прям как во Флориде. Так много всего напоминает, да? Тоже так же. Сервис. Все так четко. На шаттле подъехали, туда приехали. Мы с Феликсом, вы знаете, любим завтракать в новых местах. И сегодня мы решили позавтракать в новом месте. Ради этого мы даже сделали марш-бросок. Что мы сделали? Мы решили позавтракать в Вашингтоне. Вашингтон, DC. Прям где Белый дом, где Линкольн, где местный президент. Все культурно. Сейчас что-нибудь посмотрим. Такое старинное место. Феликс говорит, ты хочешь фэнси? Я говорю, нет, я хочу эту старую Америку. Но она ночью, наверное, горит красиво. Уже время бранча. Мы с Феликсом зашли сюда, и я уже давно 100 лет не видела, чтобы человек сидел за газеткой. Очень такое симпатичное место, такое спокойное. Maybe because now, Felix, not time lunch, еще not yet. Мы решили не завтракать, сразу взять бранч. Бранч, я уже даже больше скажу, мы будем обедать. Очень уютненько. Мы такие уже проголодавшиеся. Дядька с газетой, он меня покорил просто. Этот супчика принесли такой вкусный. Почему-то суп принесли первым, а потом только Цезарь. Феликс и мексиканский бургер. Сейчас будем пробовать, блин. Классно, да? Бон аппетит, Феликс. Слушай, после этой нашей Небраски глухой, мы с Феликсом едем, такой порядок, платные дороги, все изолировано. Вот платная дорога, она вся огорожена. То есть вот едешь как в тоннеле, так интересно. Автоматические двери. Ух ты. Сейчас заезжаем в Вашингтон. Ну, непосредственно в сам город. Хотим посмотреть пару достопримечательностей. Нам, конечно, с Феликсом понравилось. Ну, понравилось первое впечатление. Феликс говорит, конечно, это же столица. Я так про себя и подумала, точно. У нас в столице тоже все чики-пуки.
с Феликсом решили по сегодня по этим по стопам Форест Гампа пройти. Первым делом вспомнила, говорю, Форест Гамп где бежал? Нам срочно туда надо. Мы сейчас подъезжаем и с Феликсом спорим. Я говорю, ну, насчет правил дорожного движения, насчет того, что как нам сюда. А, смотри, как красиво. А он мне говорит, успокойся уже. Говорит, здесь, говорит, все для людей сделано. Машина тебя защитит, дорога тебя проведет. Вау. Здесь так много зелени. У нас еще все серенькое. А здесь уже все вишня цветет. Прям едем, я прям балдею. У меня глаза радуются. И везде порядок. Ребята, вот я прям обратила внимание, очень красиво. Еду, еду, и я не вижу конца. Я не вижу конца. Я такая думаю, ну что такое, ну что такое. Можно я окошко открою, Феликс? Самолет. Так, ты за дорогой следи, окей? Здесь на катамаранах. Ой, все не любят. На катамаранах. И тут встали в пробку. Я не знаю, каким волшебством мы же попали на цветение, как они говорят, цветение сакуры. Я давно об этом мечтала, и я даже не думала, что мы сейчас в это дело попадем. Это просто удача. Здесь столько людей, вы себе не представляете, тысячи людей. Огромный парк. Мы думали с Феликсом, сейчас заедем. А тут мы встать не можем. Смотрите, как красиво. Все сакура цветет. Все люди сюда пришли специально посмотреть. Это же короткий промежуток времени только происходит. Недельку, наверное, может две. Да. Да. Этот запах надо слышать. Я одна, потому что Феликс не смог припарковаться. А единственная парковка, которая рядом находится, очень далеко. Очень много людей. Здесь концерт. Последние деньки. Более 3000 деревьев были подарены Китаем, да, по-моему? Или Японией? А, по-моему, Японии были подарены Японией в знак дружбы. По-моему, я правильно говорю. Май гад. Это я просто вообще счастлива, что мне довелось. Сегодня, конечно, нет солнца, и утка здесь выпрыгнула. Но это не мешает получать огромное удовольствие. Я бы так хотела, чтобы Феликс был здесь. Как ты сказал, это место называется? Джорджтаун. Кеннеди? Джордж Вашингтон. О, Джордж. Джордж Вашингтон и Кеннеди live here, жили здесь. Очень популярное местечко, и оказывается, как раз вот недалеко от посольства, куда я направляюсь.
Я сначала думаю, что такое, здесь столько людей. Рабочая неделя. Все, вот знаете, в таком европейском стиле, как будто ты попала в маленькую Францию. Очень много дорогих магазинов, много красивых людей, много необычных людей. Короче, мы попали в такое прикольное местечко. Очень понравилось, очень. Припарковаться, но буквально вообще, ну, это почти нереально припарковаться. Надо много ходить. Магазинчики такие маленькие, квартирки, домики такие маленькие, дверьки такие маленькие, короче. Ты мне покажешь, где Кеннеди? Ты что, это ты? Это ты? А когда он еще не был президентом, да? Ну вот у меня, смотри, какой Феликс молодец. Я думаю, потом... Сейчас, говорит, я тебе покажу, где Кеннеди жил до того, как стал президентом. Но я так правильно поняла, перевела его. Юдо? А, эх, где? Так, Феликс, here. Вау. Подожди. А то с кружкой идет. Chicago drink coffee. Да, очень. У нас большая машина еще. Мы ж тут люди-то раз, два, три, блин. Так, 3307 еще. Это 3311. Там мы проехали, да? Да, он там был. Так, 3307. Все-таки развернулись мы. Проехать здесь две машины не может. Так, 3307, так. 3311. Он должен быть здесь, наверное. Или тут вот этот. Вот он, 3307. Все, поймали. Еще у меня, кажется, увеличено, блин. 3307. Запомнила теперь на всю жизнь. Большой дом. У американцев, как всегда, много света. Светильничка. Вот у нас такие маленькие хоромы. Но очень интересненько так сделано. Что-то как-то пошире. Мне понравился телевизор. Хочешь с кроватки, хочешь с этого. С ливинг-рума. Феликс уже это унитаз пробует на прочность. Мы попросили как можно выше. Как можно выше дали только 7-й этаж из 14, то есть половину. Ну, тоже неплохо. Такой вид классненький. Слушай, классно. Кстати, как раз мы недалеко от аэропорта. Это аэропорт там. Так что ближайшие 4 дня мы будем здесь.